молодые бронированные стрелки будут присутствующие. Ну что, ребята, значит, два шага назад. Максим, Данечка, два шага назад. Мамочки, теперь поближе к жениху с невестой подойдем. Поближе. Свидетели встают позади жениха и невесты. Свидетели будут рядом. Гости также поближе. Коля, чтобы всем было видно и слышно, что здесь происходит. Подходите поближе. Букет можно пока передать в руки свидетельницы Насте. Насте, букет позже вернешь, он еще не твой. За него биться будут все незамужние девушки. Такие у нас есть. Правда, Лера? Правда. А Лера замужем. А кто не замужем? Есть незамужний-то хоть? Ой, слава богу, есть кому бросать. Все в порядке. Таня, Максим, друзья, дело в том, что, да, вот посмотрите, все самое ценное еще впереди, но вот этот свадебный каравай, это не просто каравай, это символ хлебосольности вашего дома. Кстати, не все из вас знают, друзья, гостям не говорил, вот этот каравай наша Танечка всю ночь перед свадьбой пекла. Аплодисменты Татьяне, умница, хороший каравай. Таня, и тесто поднялось, ты переживал, что не поднимется, видишь, все поднялось. Что будем делать с караваем? Есть предложение у гостей? Есть! Что? Есть? Так обычно голодные гости отвечают. Что еще? Кусать, солить. А то... Продавать! Давайте продавать. Вот, посмотрите, у вас бизнесмен с вами есть. Финансист Коля. Для начала отломите по кусочку. Отламывать будем левой рукой. Левая рука, она от сердца. А кто больше кусок отломит, тот что, друзья? Хозяин! Тот хозяином в доме станет. Поэтому можно болеть и скандировать. Кто за жениха, кричим Максим. Кто за невесту, кричим... Таня! Молодец, что помнишь. Таня, Максим, поехали, поддержим молодых! Таня! Максим! Максим! Опа! Кусочки вверх, гостям, покажите. Большому кусочку рот, правда, вам все съесть придется сейчас. Друзья, хочу сказать, что кусочек не только больше, но немножко эротичнее у Максима. Поэтому на вечер главой семьи становится Максим. Ну а там по жизни разберетесь сами. Сегодня глава Максим. Максим, улыбнись гостям. Вот глава, аплодисменты. Значит, если у кого-то какие-то вопросы по поводу банкета появятся, все вопросы только к Максиму. Таня на вопросы сегодня не отвечает, просто отдыхает, наслаждается свадьбой. Все. Улыбка у Максима уже лета, посмотрите. Друзья, знаете, я вижу, ребята уже угостились караваем, проголодались, день был нелегкий. Но вам нужно теперь насолить друг друга от души. Только так, чтобы было в последний раз. Хотя, ребят, вы такая красивая пара, давайте сжалимся над вами. И я лично буду солить невесте. Когда решишь, что хватит, Максим, вовремя скажи стоп, чтобы много соли, просто Таня не ответила. Хорошо? Да, Танечка, держи кусочек над караваем. Сейчас посмотрим, Максим, чтобы много соли не ответила. Стоп? Стоп. Точно? Конечно. Ты уверен? Да. Однозначно? Вообще 100%? Аплодисменты. Ты почти ничего не дал высадить. Молодец, Максим. Максим, твоя очередь. Таня, ты желаешь, чтобы в вашей семье не осталось ссор, горечи, печали и обид? Желаешь? Значит, все остальное Максиму. Справедливо? Справедливо, аплодисменты. Ведь ссоры в день свадьбы символизируют ссоры. Мы желаем, чтобы ссор в вашей семье не осталось ни на грамулечку. Только, ребят, дабы вам вашу горькую соль по жизни не нести только вдвоем, дабы рядом были помощники, близкие, любимые, вот такие родные, под бурные аплодисменты гостей этими кусочками нужно покормить ваших свидетелей. Пожалуйста, невеста свидетеля, жених-свидетельницу. Под бурные аплодисменты гостей. Ребят, думайте, где кусать, где соли поменьше. А друг друга покормите немножко. Ну, отломите. Максим, там есть менее соленая часть? Можно покормить друг друга? Поддержим, поддержим жениха с невестой, друзья, браво! Отлично. Ну все, оставим за хлебушком вот сюда, к караваю положите, я позже доем, да, по традиции. А ручки обрушник, он для этого предназначен. Так, уважаемые гости, ну что ж, сейчас наши мамы встанут напротив друг друга и поднимут каравай вверх, ведь каравай в руках мам становится волшебным, под ним сбываются желания. Поэтому, пройдя под караваем, все не к столу пройдем, а пройдем к свадебной горке, которая располагается у нас в левой части зала. Именно ее молодой народ наполнит. Ну что ж, мамы, высоко каравай поднимите вверх для гостей, а для молодых немножко пониже. Пусть поклонятся своим родителям. Пониже, пониже. Вот как раз фотограф пришел в самый раз. Друзья, в такой ручеек за молодую пару думаем свое заветное желание. Кстати, заветное желание сбывается либо на утро, либо через 9 месяцев. Смотря на сколько заветным будет. К тому же сегодня я вижу столько... Последствия желания через 9 месяцев. Ну, как получится. Ну что ж, молодые, сейчас пройдем под караваем и вот туда к горке. Кстати, Максим, Таня, вы слышите? Слышите? Эти аплодисменты в ваш адрес. Максим, Таня, прошу. Будет ждать, будет над тобой мечтать, ноги, ночи и опять.